Сэр, это не опасно? Да нет, ты чё, этот монстр огражден самой сильной цепью в мире. Я скоро выберусь, и вы все пожалеете о том, что закрыли меня здесь. Он что, такой гигантский, еще разговаривать умеет? Да, не обращай внимания, он просто какой-то мутировавший человек, по ходу дела, просто переросток, твою мать. Здорово, что тоже на экскурсию, да? Смотри, я вот такой вот пушкой ограждаю этого монстра, так что он точно никуда не убежит. Наконец-то я выбрался! Твою мать, я вырвался! Он сломал клетку! Я стреляю! Вот сюда выходил! Просто уже говорили, что эта клетка не сможет сломаться никогда в жизни! Слушай, помогите нам всем! На помощь! Мужики, чёрт, вы это слышали? Чё за взрыв был? Твою то мать! Да не мешайся ты под ногами, он полетел! Херач его с гранатомета, давай! Твою мать! Твою то мать! Чёрт возьми! Валим отсюда, бог! Вы все охренели, вы кто, солдаты или кто? Убейте его! Я рискнул своей жизнью! Твою мать, Колян! Постреляйте в него быстрее! Да стреляю! Ты не видишь, я не могу в него пробить, у меня только пистолет! О нет, Вообще было хана! Таким образом, наша лаборатория разделяется на две части. Нет! Ты бросайте мне голову всё!